И всем привет, друзья, с вами я, Артём Атёма, и сегодня, друзья, мы будем смотреть 10 фактов о том, ну, проверка, после ли вы. Сегодня я вам покажу 10 фактов о FNAF, и если вы знаете все эти факты, поздравляю, вы профи. Ну что ж, погнали. Первый факт. Начнем с легкого факта, и это первый факт, это прохождение 5 ночей с Фредди. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая часть, хотя бы одну из этих вы должны пройти были 5 ночей. Ну что ж, все, это был первый факт, переходим ко второму. Второй факт, это тот факт, то есть вы должны знать, то, что оказывается по телефону говорит не дневной охранник, а сам Голден Фредди. Да, ребят, все это время был Голден Фредди. Вот такой вот очень классный факт. Чтобы получить третий факт, вы должны были увидеть Голдена Фредди. Да, ребят, если вы его увидели, то этот факт вы можете знать и засчитывайте свою копилку. В конце, если что, мы подсчитаем, сколько у кого фактов собралось вообще за все прохождение FNAF. Четвертый факт, это тот факт, вы должны пройти 6 ночей в любой части, от 1, 2, 3, 4, где так, и вы должны были открыть кастомной, то есть кастомная ночь. Тут вы должны поставить все на 20, и у вас получится режим 10 на 20. Вы должны были пройти этот режим. Это четвертый факт. Погнали к шестому. Пятый факт, это тот факт, если вы хоть раз это делали, то вы красавчики, потому что это в основном работает только на ПК. Ваша задача нажать на нос Фредди в первой, во второй части, даже есть в третьей. Не помню, есть ли в четвертой. Так вот, если вы нажмете на этот нос Фреддика, то будет такой звук. Пью. Короче, очень классный звук, и это тоже пасхалка. Переходим к шестой. Шестая пасхалка-факт. Это тот, вы должны пройти все мини-игры в третьей части, во второй или в первой. Ну что ж, если вы прошли, то можете засчитать шестой факт. Ну что ж, седьмой факт, это тот факт, вы должны увидеть Shadow Bonnie во второй части FNAF. Он спавнится либо у вас в офисе в левом верхнем углу, либо на камере. Он очень таинственный и черный. Ну что ж, переходим к восьмому факту. Ну что ж, восьмой факт-пасхалка, это, ребят, Shadow Freddy. Он спавнится тогда, когда, ребят, вы заходите на камеру и видите то, что все олд аниматроники вышли из своей будки. И он там сидит в одиночке, но на самом деле он предатель. Вы поймете, когда будете проходить третью FNAF. Третий FNAF. Переходим к девятой пасхалке. И девятый факт, это фиолетовый балумбой. Кто он такой? Это балумбой, но он у вас спавнится под столом, где вентилятор, между прочим. Только во второй части это может быть. И он может встать и забрать у вас зарядку. Так что одевайте маску, когда увидите его у себя под столом. Переходим к последней пасхалке. Последняя пасхалка, это та пасхалка, ну вы должны по идее знать то, что Лефти это оказывается не мальчик, а Лефти это марионетка, женский пол. То есть марионетка садится в Лефти, чтоб как бы ее не заметил Стринтрап, тот, ну вы понимаете о каком я говорю, чтоб как бы он ее не сбил, и чтоб она могла помочь аниматроникам освободить их. Ну что ж, все, 10 фактов закончились, друзья. Но давайте нажмем на Лукас и подпишемся на канал. И давайте узнаем итоги. Если вы знаете от 1 до 4 пасхалок, то вы нуб. Если вы знаете 5-6 пасхалок, то вы новичок. Если вы знаете от 7 до 9 пасхалок, то вы профи. Если вы знаете от 9 до 10 все, то есть пасхалки, то вы король ФНАФа. Поздравляю. Ребят, не забываем подписываться на канал, ставить кнопочку лайка,
переходите на мой телеграм-канал, там все новости моего канала. Ну что ж, всем удачи и всем пока. Пока-пока.